14 марта, в день родного языка, в городской библиотеке прошла интеллектуальная игра, в которой приняли участие гимназисты и школьники города. Оценивала выполнение задания жюри в составе Силле Купц, Хеди Луц, Людмила Гринько, а вел программу Прит Оров. Несмотря на то, что уже 15 лет День родного языка отмечается в Эстонии как государственный праздник, нередко в этот день можно услышать вопрос, почему сегодня на зданиях висят флаги? Очевидно, что 14 марта еще далеко не все соотносят с датой, имеющей государственное значение. А вообще День родного языка в Эстонии стали отмечать с 1996 года. Дата 14 марта выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1801 году, родился первый эстонский поэт Кристиан Яак Петерсен, которого считают в нашей стране родоначальником национальной поэзии. Идея отмечать в день его рождения День родного языка принадлежит сондскому учителю, языковеду Мельхарду Лаксу. Конференции, викторины, конкурсы, круглые столы – эти и другие мероприятия, связанные с пропагандой языка, стали обычными мероприятиями, проводимыми в рамках дня. Силамеевская городская центральная библиотека 5 лет подряд отмечает его встречами с учащимися школ, предлагая им развлекательные игры, которые направлены на то, что ребята как можно больше узнали полезной и интересной информации о стране, в которой живут, могли пообщаться между собой и с ведущим программу на эстонском языке. Традиционно продолжаем знакомить горожан с наиболее важными вопросами, рассмотренными городским управлением. Решено заключить договор с акционерным обществом Меки Силамея по сбору и вывозу на свалку Уйкала крупногабаритных и строительных отходов. В связи с этим хотелось бы напомнить нашим горожанам, что если вы случайно становитесь очевидцем несанкционированного складирования отходов в нашем городе, то есть если кто-то свою мебель, диван или шкаф или еще что-то выбрасывает возле вашего подъезда или где-то еще в каком-то другом месте, то, пожалуйста, сообщайте об этом в городское управление. У нас работает инспектор по надзору, который будет разбираться, вызывать этих людей, проводить беседы, штрафовать. Следующий вопрос. Подведены итоги конкурса госпоставки и решено заключить договор подряда о реновации столовой и пищеблока школы Канука. Надо сказать, что это уже второй этап реновации, и данные работы будут проводиться этим летом. Согласно договору, срок выполнения работ 31 августа этого года. Согласно закону о спорте, городское управление перед началом футбольного сезона выдает разрешение на проведение матчей на нашем стадионе. Так было сделано и в этом году. Дано соответствующее разрешение нашему футбольному клубу. И надо сказать, что уже первый матч состоялся в минувшую субботу. Решено заключить договор о финансировании с плавательным клубом «Калев» на проведение в этом году первого этапа программы начального обучения плаванию учащихся вторых классов школ нашего города. Город напрямую заинтересован в заказе этой услуги, в том числе и по той причине, что в нашем городе, как вы знаете, много водоемов, и море, и река в нашем городе есть. Следующий вопрос. Решено, что в этом году, в июле месяце, в период отпусков в детских подведомственных учреждениях, так называемым дежурным детским садом будет детский сад «Руки Лиль». Таким образом, родители могут своих детей определить в этот детский сад, если есть такая необходимость. Продолжают проводить прием горожан депутаты городского собрания Силамея от социал-демократической фракции. 11 марта состоялся депутатский прием социал-демократической фракции в здании городского управления в 5 часов.
Во время депутатского приема к нам обращались граждане по разным вопросам. И очень хочется заметить, что в этот раз количество граждан было больше, чем в первый прием. Напомню, что это был уже второй по счету. Вопросы, с которыми горожане наши обращались, это вопросы были связаны с жилым фондом, с придомовыми территориями и коммунальным хозяйством вообще. Был еще письменный запрос, с которым надо обращаться дальше в городское управление. Все вопросы требуют определенной помощи, поддержки. Был вопрос еще связан с созданием некоммерческого объединения, и жители обратились за консультацией. Я очень хочу напомнить, что следующий прием состоится 8 апреля в 17:00 в здании городского управления. Приглашаю всех жителей, у кого есть какие-то вопросы или проблемы, приходить и обязательно их поднимать и задавать. Кто сказал, что в Силаме пожилым людям заняться нечем? Опровергает этот довод работа двух клубов по интересам. Это Мэрилайне, ему 14 марта исполнилось 10 лет, и клуб «Феникс», на празднование года основания которого пришли гости и посетители клуба. Поздравили с перволетием «Феникса» председатель городского собрания Елена Коршунова, мэр города Теннис Кальберг, руководитель отдела Светлана Прокофьева, депутат горсобрания Валерий Кузнецов и другие официальные и неофициальные лица. Все эти годы и в Мэрилайне, и в Фениксе усердно трудится на благое дело Тереза Михайловна Печникова. Клуб «Феникс» сегодня празднует свой день рождения. Нам год, как мы родились здесь, в этом доме. И его обживаем на сегодняшний день. Вот мы уже здесь находимся, в таком вот состоянии, в каком вы видите. А чем мы занимаемся? Это определенная социальная служба, открытый дневной патронаж, где люди, которые могут сами приходить, они здесь приходят, отдыхают. Занимаемся рукоделием, всевозможными поездками, тематические вечера, концерты, дни рождения, юбилеи. Мы все это вместе отмечаем. Сейчас готовимся на экскурсию очередную. Будет 25-я экскурсия, которую мы едем в Таллин на башню смотровую, телевизионную и ботанический сад. Также Мэрису собираемся. У нас оздоровительная программа каждый месяц. Задора и выдумки у Терезы Михайловны с избытком, застоя в «Фениксе» не будет. Тереза Михайловна, все это понятно. Все это у вас было еще и в Мэрилайне. Безусловно. То есть вы здесь как бы повторяете то, что вы организовали в Мэрилайне. Безусловно, 10 лет назад. Но вы должны, как руководители этого общества, этого клуба, приносить что-то новое. Вероятно, у вас есть какие-то идеи. Поделитесь с нами. Нет, идей много. Вот видит Бог, я суеверна, я не буду делиться. Но они есть. Конечно, Мэрилайна и Феникс – это одна и та же структура. Просто в старом городе, а здесь открыли в новом. За что мы благодарим руководство города, что они пошли на эту авантюру. Я не ожидала, что так будет легко нам открыть этот центр. Так получилось. Ведь люди не могут посещать туда. Есть такая тема – психологическая несовместимость. И вот когда люди могут выбирать, где им лучше, вот это самое хорошее, что только сделал для нас город. Ну, оценка всего, большое количество людей, которые посещают ваш клуб. Да. Если Мэрилайне 10 лет, Фениксу 1 год, давайте мы с вами договоримся. Через 10 лет встречаемся здесь, да, на ваше десятилетие. Непременно так и будет. Мы хотим жить долго, у нас есть проекты, как вот нам ремонт сделать, облагородить себя. Но это впереди. Главное, что у нас тепло и то, что нам здесь уютно, хорошо. Мы этому очень-очень рады. Женщины, принудить заниматься чем-то нельзя ни одного человека. Это уже будет рабство. Вы по своей воле приходите в «Феникс». Ну что вас заставляет сюда приходить с хорошим настроением, с какими-то идеями? Вот именно что вас заставляет приходить в «Феникс»? Ну а что делать дома одной? Вот, Владимир, что
одинокой женщине делать дома одной? Смотреть телевизор, этот ящик, в компьютере, ну, книги читать, а здесь общение. Здесь столько основное. Людей интересных. Основное общение. Да. Валентина, а вы что скажете? Да я присоединяюсь. Здесь стольким мы научились. Научились да вязать. Вязать, да. А какие мы замечательные делаем цветы, подделки. Вы знаете, я даже из бисера научилась плести, оплетать яйцо. Яйцо. В Пасхе. Угу. И делала всем подарки своим родным. Это же замечательно. Все потому правильно. Что все идеи мы... Кто-то приносит идеи, а мы воплощаем. Сразу подхватываем. Да, и воплощаем. Подхватываем и... Замечательно. Все у нас. В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения выдающегося украинского поэта, художника, символа украинского народа Тарасу Григорьевичу Шевченко. В прошедшую субботу в городской библиотеке собрались участники украинского землячества города Силамяя-Водограй, гости из Нарвы, Кохтла-Ярве, первый секретарь посольства Украины в Эстонии. Председатель Нарвского украинского землячества Галина Малярова рассказала о становлении, жизненном пути Шевченко, о его вкладе в украинскую культуру. А на стендах были репродукции художественных работ Тараса Шевченко. Сегодня украинское землячество празднует 200-летие со дня рождения Прометея украинского народа, великого писателя, поэта, художника Тараса Григорьевича Шевченко. Где бы ни жили украинцы, куда бы ни забросила их судьба, стихи и его пророческие слова всегда остаются в сердцах любого из нас. Ежегодно наше общество проводит шевченковские чтения в эти в такие мартовские дни. Хрущи над вишнями гудуть, плуготари с плугами йдуть, співають їдучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Мы подготовили в этом году большой цикл разных мероприятий. 14 марта мы провели в Канука-школе для 9 классов урок, посвященный жизни и творчеству Тараса Григорьевича Шевченко. Мы поддержали литературно-музыкальный вечер общества украинского «Два колера» из Кохтла-Ярви. Сегодня мы в библиотеке проводим непосредственно наш праздник, посвященный 200-летию, в котором будет принимать участие воскресная школа, ансамбль «Водограй», ансамбль «Рушничок», представители Кохтла-Ярвского землячества «Два колера», представители Нарвского землячества, которые представляют сегодня и открывают выставку «Тарас художник». А 29 марта мы едем с этой программой к нашим друзьям, землякам, город Валгу. На мероприятии звучали стихи поэта и раздольные с неподдельной тоской украинские песни. «Тук-тук, кто там?» – так назывался мюзикл, поставленный Ванолиновским школьным театром. В спектакле были заняты артисты с 1 по 4 классы. Это премьерный спектакль, вскоре он будет сыгран на уездном театральном фестивале. Thank you.
Уважаемые любители спорта, и снова приятная новость для наших любителей футбола. 8 марта команда «Молекорп» вышла в первую лигу чемпионата Эстонии по футзалу, обыграв в ответном гостевом матче вырусский «Рантиполь». Пожелаем команде «Молекорп» успехов в первой лиге. Также пожелаем успехов юному шахматисту, воспитаннику спортивного клуба «Калев» Роману Орлову, ставшему бронзовым призером на чемпионате Эстонии по шахматам среди спортсменов до 16 лет. Соревнования проходили на позапрошлых выходных в Нарве. А сейчас ознакомлю вас с грядущими событиями этой недели. В пятницу, 21 марта, в 19:30 в Малом зале Дворца спорта пройдет матч чемпионата Идавирума по баскетболу. Встречаются Силамейский Молекорп и команда из Кохланимме. В субботу, 22 марта, в 13:00 на искусственном поле пройдет матч высшей лиги чемпионата Эстонии по футболу. Основной состав Силамейского клуба «Калев» принимает Нарвский Транс. Также в субботу, 22 марта, в 15:00 в Малом зале Дворца спорта стартует детский турнир по футзалу. Участвуют юные футболисты 2006-2007 года рождения. В воскресенье, 23 марта, в 16:00 на искусственном поле начнется матч первой лиги чемпионата Эстонии по футболу. Дублирующий состав Силамейского клуба «Калев» померится силами с тартусским «Сантосом». Также, уважаемые телезрители, хочу обратить ваше внимание на то, что на следующей неделе, с пятницы, 28 марта, по воскресенье, 30 марта, в Большом зале Дворца спорта пройдет чемпионат Эстонии по боксу. Участвуют боксеры 15-16 лет, а также, по последним данным, примут участие взрослые боксеры в возрасте до 40 лет. Соревнование обещает быть очень зрелищным. Пожалуйста, приходите, не пожалеете. Начало соревнования в пятницу, 28 марта, в 16:00.